мощный аккумуляторный кусторез с длинным ножом на 60 см. Динамик кусторез фирмы Works модели WG284E. В комплекте с устройством два аккумулятора, двойное зарядное устройство, чехол для лезвия, защитный кожух, коробка, инструкция и гарантийный талон на 2 года. Этот аккумуляторный кусторез предназначен для обрезки живой изгороди и кустарников. Весит он 4 кг и 300 грамм. Не самый легкий, но при этом мобильный, поэтому им будет легко работать в саду. Основной нож длиной 60 см, что оптимально для подрезания труднодоступных веток. Задняя рукоять оснащена рычагом включения и кнопкой блокировки, а также поворачивается на 180 градусов, за счет чего будет удобно обрабатывать ветки под любым углом. Со стороны передней рукояти вынесен защитный щиток, который предохраняет руки. Между ручками расположен индикатор питания и два аккумулятора. Один заряжается около часа, другой всего за полчаса. Эти аккумуляторы обеспечивают скорость режущего механизма до 2200 колебаний в минуту. И самое важное, кусторез оснащен лезвием с лазерной заточкой, которая гарантирует ровный и точный срез веток. Он сможет срезать ветки диаметром до 27 миллиметров. А еще кусторез довольно шумный, поэтому во время работы нужно надевать наушники. Подытожим. Это мощный кусторез, который отлично подойдет для ухода за различными кустарниками. Нож длиной 60 см. Он способен срезать ветки диаметром до 27 мм. Есть удобная поворотная ручка и два аккумулятора, поэтому работать можно даже на больших участках.